как-то это не совсем даже и нечаянно получилось. Рисовать я и маленькая очень любила. Однажды увидела объявление, что художественная школа объявляет набор. Это было в далеком кубанском городе Новокубанске. И там я закончила 3 класса художественной школы. Потом я приехала в ГАИ и уже рисовала, занималась только рисованием портретов. Это мне было особенно интересно. Потом, когда стала выбирать профессию будущую, поняла, что ничего, как кроме рисовать, я не хочу, и поступила в архитектурный институт. И вот там меня, собственно, и доучили. Вот моя школа.